Всем привет! Вы на канале DropsEasy, и сегодня будем рассматривать такой проект, как Rebase API. Rebase API — это самый высокий API и протокол автоматического начисления процентов в децентрализованном пространстве. Сразу вверху на сайте мы видим адрес смарт-контракта, чтобы не попасть на фишинговый какой-то скам, не потерять свои средства. Данная компания предлагает нам фантастические API, просто космические, в 1 288 888% годовых. Это первый автоматический стейкинг и компаундирование в вашем кошельке DEX. Также будем получать каждые 10 минут награду 144 раза в день. Стоит заметить, что данный API не просто огромный, а очень огромный, что вызывает очень большие сомнения, так что это не финансовая рекомендация, а просто обзор проекта. Делайте все свои исследования, прежде чем вы что-то сюда вложите. Но я бы не советовал этого вам делать, так как можете потерять свои средства. Просто обзор. Pink Sale начинается через 3 дня, то есть продажа токенов, где каждый сможет купить их для себя или для кого-то, для каких-либо целей. Rebase API трансформирует DeFi с помощью протокола Rebase API Autostaking Protocol, REP, который обеспечивает самый высокий в отрасли бессрочный API, преобразование вознаграждения каждые 10 минут и простую систему покупай, держи, зарабатывай, которая быстро увеличивает ваш портфель в вашем кошельке. Rebase вознаграждает держателей с автоматическим начислением процентов, увеличивая их активы. Разрешает запуск инновационных криптографических проектов в нескольких блокчейнах для проектов Rebase и GameFi. Загрузите свою работу, изображение, видео, аудио или 3D графику. Добавьте заголовок и описание и настройте свои NFT на платформе Rebase API. Также метавселенная относится как к текущим, так и к будущим интегрированным цифровым платформам, ориентированным на виртуально дополненную реальность. Play to Earn, также известна как игра NFT или криптоигра, это видеоигра, которая включает в себя элементы, использующие технологии блокчейнов на основании криптографии. И это лучший продукт DeFi, который скоро появится на платформе Rebase API. Как мы упоминаем, в дорожной карте достигнет цели. Протокол автостейкинга Rebase API предоставляет децентрализованный финансовый актив, который вознаграждает пользователя устойчивой моделью фиксированных сложных процентов за счет использования уникального протокола SAP. Rebase API обеспечивает самый высокий в отрасли фиксированный API, выплачиваемый каждые 10 минут, и простую систему купи, держи и зарабатывай, которая молниеносно увеличивает ваш портфель. Приходите на сайт, ознакомьтесь со всем этим, но выглядит все это довольно очень подозрительно, так что будьте очень аккуратны с данными такими проектами, делайте свои анализы, только после этого принимайте решение. На этом обзор закончим, всем спасибо за внимание, всем пока!